Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу 5 исторических фактов, о которых нам врут до сих пор. Ну поехали! Говорят, что нос сфинкса разбили войска Наполеона ядрами пушек в 1798 году. Однако рисунки датского путешественника Фредерика Нордена, видевшего скульптуру без носа в 1737 году, опровергают историю с вмешательством Наполеона. Для ученых Стоунхендж – один из самых загадочных памятников планеты. Регулярно появляются новые гипотезы о том, почему гигантские камни выстроены по кругу. На самом деле, изначально Стоунхендж представлял собой куски камней, разбросанные в хаотичном порядке. В 1901 году под руководством Вильяма Гоуланда началась первая крупная реставрация памятника. Недавно появившиеся фото в сети доказывают, что Стоунхендж совсем не такой, каким был в древности. На уроках истории нам рассказывали о том, как в 1492 году Христофор Колумб открыл для европейцев Америку. Однако, по обновленным данным, в конце X века викинги, совершая частые плавания на запад, стали первыми европейцами, посетившими Америку. Тогда произошел первый генетический контакт между жителями Северной Америки и жителями Европы. В книгах, на картинах и в кино мы привыкли видеть викингов в шлемах с рогами, но археологи до сих пор не могут точно сказать, какой формы были их шлемы. То, как изображают викингов в массовой культуре, связано с рисунками, найденными в захоронениях. Сейчас ученые предполагают, что если такие шлемы и использовались, то лишь в ритуальных обрядах, но не в бою. К тому же этот головной убор был изобретен еще в бронзовом веке, задолго до викингов. Вряд ли найдется человек, который не знает имя этого художника. В частности, из-за истории об отрезанном ухе, которое он якобы отправил своей возлюбленной. Все случилось после встречи с Гогеном. Тогда произошел конфликт, в ходе которого Ван Гог набросился на друга с бритвой, но тому удалось остановить Винсента. В порыве раскаяния в ту же ночь художник отрезал себе мочку уха. Некоторые исследователи считают, что это было проявлением безумия, а не раскаяние, из-за чрезмерного употребления абсента. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайк, если хотите такие видео на моем канале. И не забудьте подписаться. Всем пока!